Всем привет, друзья! Сейчас гуляю как раз гуляю по центру в первом районе и забрел в какую-то улицу, и здесь снимают фильм, представляете? Снимают старый фильм, вот старые автомобили. Смотрите, как круто вообще. И снимается фильм, сейчас я покажу, что здесь есть, какие декорации и что здесь вообще видно, да, для фильма, что здесь построили. Здесь стоят велосипеды, это все закрыли. Где велосипеды, все закрыто полностью. Машина старая стоит вдали. Такая старая вена, наверное, еще как раз до времен Второй мировой войны. Вот здесь стоит такая старая машина. Просто круто, очень-очень. Очень круто, неоднократно я уже попадал на такие съемки, но в качестве только зрителя, и со стороны смотрел, как происходят эти съемки. И сейчас я опять попал на какие-то съемки, немножко посмотрел, к сожалению, нельзя дальше снимать, и даже перекрыли улицу, чтобы сюда машины не заезжали. Это, конечно, очень-очень жалко. Это все от фильма идет, и здесь вот перекрыта полностью улица. Стоит народ, все перекрыто, и снимается какой-то крутой фильм. Интересно, что-то я не спросил, какое название этого фильма, но выглядит, конечно, очень-очень круто. Для того, чтобы, друзья, я для вас снимал фильмы, мне иногда требуется только селфи-палка, ну и, конечно, камера, да? Это или Canon Legra Mini X, который я постоянно использую, или iPhone 7 Plus, на который я сейчас для вас это все снимаю. И все, да? Иногда еще надо транспорт, чтобы передвигаться и менять свою локацию. А для крутых фильмов, конечно же, для таких, для кинотеатра фильмов, там надо намного больше, чем iPhone. Поэтому я доволен, что я могу показывать вам свои фильмы, бюджетный вариант. Хотя какой он бюджетный, если я потратился тоже пару тысяч евро, да, на MacBook Pro, на iPhone 7. Ну и самая дорогая это была, конечно, селфи-палка. Она стоила всех целых 15 евро. Это самая дорогая моя инвестиция. Это как раз селфи-палка, друзья. Смотрите, друзья, как хорошо сочетается, да? Старая классическая вена с фиакрами и с лимузином, новая модерная вена. Это очень круто. Вот такое было бывшее такси Вены до начала 20 века. И эти фиакры, это сейчас прогулочные такие кареты для туристов. Прохожу через одни из ворот Бургтеатра, драматического театра, и попадаю как раз к ратуше.
возле ратуши, как всегда, проходит какой-то праздник. Как я уже неоднократно говорил в своих видео, возле ратуши постоянно проходит какая-то тусовка, какое-то действие. И это очень круто. Каждые выходные, практически каждые выходные, возле ратуши что-то происходит. Так, что здесь происходит? Реформация – это движение. Реформационный бивект. 500 лет – один праздник. Так называется сегодня мероприятие. 500 лет и один праздник. Сейчас посмотрим, что здесь происходит. Как всегда, еда, напитки, это все присутствует, друзья. Сейчас для вас сниму крутой концерт. Вау! Ich bin da. Schwamm war in Afrika im Nil und ihr und warf sie in den Fluss. Was für ein Theater, denn die Schale fiel auf Nashorn Elefant. Прикольно, концерт для детей, но здесь и взрослые, и дети, все веселятся, всем очень весело. И это классно, народ наслаждается жизнью и радуется жизни. Ich habe mal eine Frage an alle Erwachsenen. An alle Erwachsenen. Liebe Erwachsene, wer von euch war früher mal Kind? Doch so viele. Ja, manchmal vergisst man das, ne? Вот такой устроили концерт. Устроили концерт для детей. Весело, классно. Ну и самое основное, что очень позитивная энергия здесь. Просто супер. Хочется стоять, смотреть до конца. И вместе с ними петь. И это очень классно. Смотрите, друзья, у меня появился новый автомобиль. Новый автомобиль, который я приобрел буквально вчера. И он называется «Автомобиль из моих снов». Наверное, именно так он и называется. Посмотрите сами, какой крутой автомобиль. Новая марка «Гольфа». «Гольф 10». Вот такой автомобиль. Автомобиль для детей. Друзья, как вы видели, да, на прошлых выходных здесь были сербы. Здесь встречались сербы, у них был свой праздник. На этих выходных совсем другая аудитория, совсем другие люди. Это уже в первую очередь дети. Это взрослые с детьми. И практически каждую неделю здесь меняется постоянно, меняются разные мероприятия, разные выставки, разные концерты проходят. И как раз вот на этой площади, на Ратушной площади, проходит знаменитый Рождественский базар, который проходит уже в Вене около 700 лет. И он проходит как раз на этой площади. На площади Ратуши, Ратхаусплац называется по-немецки. Поэтому в Вене не бывает скучно. Каждый, кто говорит, что в Вене скучно, не верьте ему, потому что здесь не бывает скучно. Здесь весело, здесь постоянно разные мероприятия, и в год около 2000 мероприятий в одной только Вене. Поэтому постоянно есть движение, и движение, скажем так, на любой вкус, на любой возраст. Здесь также дети чем-то занимаются.
Надо посмотреть, что здесь еще происходит, и потом буду уже направляться домой. А, здесь разрисовывают детей. Может, друзья, мне разрисовать свой фейс и направиться в какой-то крутой банк. Дети играют. Нет, на самом деле, надо честно зарабатывать денежку и вот эти плохие мысли прогонять от себя прочь. Вот так вот. Пока прошелся пару метров, столько для вас всего, друзья, интересного снял. И концерт, и съемки какого-то фильма времен Второй мировой, я так понимаю, войны, или еще до Второй мировой войны. И прикольно, просто получилось очень классно, очень-очень классно. Да, Вена может предложить очень много всего интересного, поэтому приезжайте, гуляйте, наслаждайтесь красотой Вены, красотой Австрии. А мне уже пора домой, буду направляться отдыхать. Всем, как всегда, хорошего дня и хорошего настроения. До новых встреч. Пока. Your shoes are sick.